Привет дизайнерам из Калининграда, я Станислав Орехов, нахожусь в Солнечногорске, как видите, замечательное место. Я хочу сказать, что очень рад был присутствовать вчера на встрече, надеюсь, та информация, которая у вас была по делегированию, сильно вас не загрузила. Хочу ответить на самый страшный, самый сложный момент, потому что я видел в глазах многих людей именно непонимание. А как это так? Вот у меня еще 1-2 клиента, 1-2 сотрудника, у меня нет 50 человек для того, чтобы начать делегировать и чтобы делать это все правильно. Где мне взять людей, где мне взять сотрудников? Хитрость заключается в том, я говорил об этом вчера и еще раз скажу, хитрость заключается в том, что вам не нужно 50 человек для того, чтобы начать, для того, чтобы работать правильно. Вам нужно лишь понимание этой структуры и умение ей распорядиться. Дальше вы в одиночку можете работать абсолютно и подключать людей, когда они понадобятся. То есть самое важное, самая главная мысль, понимание, что структура работает, что вы сможете ее внедрить, что вы в ней разобрались и вы можете в дальнейшем использовать ее для своего развития. Это самое-самое важное. Ну и, конечно же, я желаю тем, кто уже понял, да, как это работает, я видел, такие тоже были, мы общались примерно час после того, как наше мероприятие закончилось. Спасибо вам за интересные вопросы, и вы, конечно же, внедрите эту тему максимально быстро, и я уверен, у вас все получится. Ну а для тех, кто хочет совсем большие и быстрые шаги, я приглашаю вас на курс, где мы проходим все эти 12 модулей вместе с моей поддержкой. Детально, последовательно я беру прям вашу ситуацию, смотрю, что у вас не так, и провожу вас за руку для того, чтобы у вас структуры по делегированию, по привлечению клиентов и по автоматизации работы с клиентами и с сотрудниками выстраивалась в единую слаженную цепочку. Для того, чтобы вот те 20 пунктов об удаленной работе, о работе только с классными клиентами и классными объектами для слаженной команды, чтобы у вас это воплотилось не где-то во сне, да, а наяву и прямо сейчас. И чем быстрее вы это сделаете, как мы с вами помним, тем, конечно же, лучше. Поэтому записывайтесь на интервью, проходите его, и после мы, возможно, будем работать вместе. Расскажу, что будет дальше. После того, как я приеду, я выложу вам ссылки, те, что обещал, на стандарт профессии, на привлечение клиентов. В общем, я соберу такой вот боекомплект самых важных материалов, которые вам очень сильно помогут в дальнейшей работе. Неважно, пойдете вы там дальше на обучение или не пойдете, в любом случае вы сможете это использовать и настроить уже как-то свою систему, свой бизнес и свою работу. И подписывайтесь на страничку, и на вашу почту будет приходить материал, информация, которая вам будет помогать. Ну, если будете применять, я буду рад, если вы будете делиться, как это у вас происходит. Ну и, конечно же, не забывайте, что на дизайн-конференцию тоже всех приглашаем, и, возможно, вы сможете тоже стать участником этого замечательного мероприятия. Для этого нужно внедрить и поделиться тем, как вы сделали. Ну и ваши коллеги, которые были в этом же зале, что самое интересное, там было у нас примерно 200 дизайнеров, кто-то пошел вино пить, отдыхать, веселиться. Кто-то сидел, слушал, очень внимательно записывал, кто-то с большими глазами не понимал вообще, что происходит, да, и как это так. А кто-то сидел, конспектировал, записывал, и не обязательно это были дизайнеры. Я уверен, что многие бизнесмены тоже смогут внедрить всю эту информацию. Так вот, в чем суть? Уверен, что если через год или там через два я также приеду к вам, или, может быть, через полгода даже уже пригласят еще раз какой-то новой темой, то мы увидим, как у многих уже получается. И если вы снова придете, вам будет обидно, что не вы это сделали, не вы сделали этот рывок, и не у вас работает вот такая вот системная студия, а у ваших коллег. Поэтому не тяните, самое главное – скорость, быстрота, меняйте мышление, чтобы раз и щелкнуло, чтобы получилось, нужно действовать, и нужно действовать немедленно. Вне зависимости, что вы планируете, планируйте свое развитие, потому что если мы стоим, мы всегда топчемся на месте. Еще раз спасибо большое организаторам. Если какие-то темы вам интересны, просите организаторов. Я уверен, что они заново пригласят меня. Мне тоже у вас очень понравилось, очень классно. Я с удовольствием приеду с какой-то другой темой. И мы вновь встретимся, пообщаемся и с теми, у кого получается внедрить. И, конечно же, со скептиками. Я хочу тоже побольше каких-то камерзных вопросов, потому что на любой вопрос есть ответ, и если что-то не получается, то значит вы что-то просто делаете не так. Система работает, она опробована абсолютно на любых проектах, клиентах, и она точно работает со 100% уверенностью. Спасибо большое, все, уже заговорился, пойду отдыхать, и вам, конечно же, тоже удачно в отдыха и удачной работы. Все, пока!